О, у меня бомба. Я бомбермен. Форвард! Эх, только бы не похавать. Хочу выиграть. Ясно. Как всегда, 100% первых раундов меня убивают в голову с одного просто патрона. По-другому еще не было. Заметьте, дауны, они хоть взяли бомбу? Да, они додумались. Да не стреляйся, блядь. Нахуй стреляется с бомбой? Ясно. Ой, дебил, ой, дебил. Ой, бля, все ясно. Покончено. Мог попытаться выиграть, но отдал раунд. Уебище ебаное. Ку! Даунич! Вот он фраг первый. Сука! Я не знаю, где сейф позиция. На новой карте. Я на первом месте, алло. У меня стата 4-1. А? Вопросы есть, вопросов нет. Что? Откуда? Я не знаю, откуда стреляют. Я не знаю, откуда стреляют. А, сложно. О, найс. Купил АВП. О, АВП купил! Это репорт. За то, что купил АВП и не попадает, это репорт. Я бомбу когда он не теряю обычно. И меня убили, ГГ. Что? Что это за смог? О, что это было? Что это за смог? Тут нету смока, блядь! Не видим... Найс баги со смоком, пизда, ГГ. Там нету смока, блядь. Там не было смока! Нахуй сегодня вообще в КС зашел играть. Опа! Дождался, блядь. Кек. Вот это моя игра, это я умею, это я обожаю. Алло, это ж last round. Ебать, это он. Лол, найс, математика. В голос? 10 математиков из 10. Ну почему она не убивает, блядь? Конченая нова, блядь, нахуя я ее купил? Худшее оружие в игре. Ты попадаешь в плотную из дробовика, а дробовик не убивает. Спрашивается, нахуй ты покупал дробовик? Ебучая нова, блядь. Фу, бля, дробовика вплотную не убивает. Что? Я броню не купил. Я мискликнул. Я хотел броню купить без диффузов. Пизда, бега. Пуч! Пиздец. Что это? Надо пропушить. Пусть! Пиздец. Вот враг? Да, не пизда. Я броню не купил, а что ему поделать? Не повезло. А все, мы проебали, ГГ. Пусть! Что это за озвучка? Вижу вашу волю к победе. Не, заблочил, спасы. Давай, убей меня. Давай. Скрытый пул даже в КСе, что поделать. Геймрунера не дает играть. Я больше не играю. После тимкила я играть не собираюсь. Я теперь что хочу, то и делаю вообще. Я потеть не буду на победу больше. Вообще похуй. Ноль вины, ноль ошибок. Меня убил союзник, я после этого играть не собираюсь. Я сдался. Кто меня убил, кстати, как посмотреть? Меня ласт место убил. Да, он конченый. То есть челик на последнем месте убивает союзника. 10 даунов из 10. Так оно и обычно бывает. Самый худший убивает самого лучшего. Потому что его бесит, что он на последнем месте. Он типа хочет меня спустить к своему уровню. Теперь я уже на 4 месте. Ну, меня союзник убил, я теперь все, я уже не играю. Мне похуй нету. Вот поэтому я перестал затрачивать КС. Меня союзники убивают, а потом еще и кикают. И зачем это играть? Конченая игра. Нет смысла затрачивать.
Ну, короче, вы все видели сами. Я был на первом месте, я тащил, потом меня союзник, который был на последнем месте, решил убить. То есть, ну, и смысл эту игру задрачивать. Это лишено смысла вообще. Потому что когда тебя кикают, то у тебя, ну, снимается ранг. То есть, у меня сейчас должно быть, ну, когда они игру закончат, у меня должно быть уже один калаш. Мне так же самое в прошлый раз сняли ранг. Когда у меня была медалька, меня просто кикнули какие-то два дауна. Кстати, там они могут кикать, то есть три игрока в команде, я могу кикнуть вдвоем. Меня кикнули два дауна, и у меня с медальки стало два калаша. Теперь меня в этой игре кикнули, когда я, собственно, был на первом месте и тащил. Потом меня союзник убил. И вот теперь у меня будет один калаш. Ну, так и смысл играть. Как бы... Игры от Вольво в последнее время нет смысла играть, тебе просто не дают союзники играть. То есть дело не в противниках, а дело в союзниках. Тебе именно союзники играть не дают. То есть, как бы, ну, союзники играют против тебя каждую игру. Поэтому это лишено смысла потеть.